Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз для всех знаков зодиака подготовили астрологи с 13 по 19 марта, узнаем прямо сейчас. В середине первого весеннего месяца звезды обещают, невозможное станет возможным. Не сворачивая, идите к поставленной цели, и тогда даже самые невероятные мечты могут стать реальностью. А теперь подробнее, кому больше всех улыбнется удача на этой неделе. Овны с 15 марта будут интуитивно изолировать себя от общества. Встречам с друзьями, выходом в свет и прочим развлечением представители огненной стихии выберут уютные вечера дома за чтением книг или просмотром фильмов. Такой досуг пойдет только на пользу. Только так вы сможете набраться сил и энергии. Тельцы, ждите появления новых идей, многие из которых поспособствуют значительному росту доходов. Возможны интересные деловые предложения от друзей и знакомых. Совместная работа с ними окажется плодотворной и выгодной. Главное – взяться за реализацию проектов не раньше 16 марта. Для близнецов это прекрасное время, чтобы обсудить с руководством повышение зарплаты, корректировку графика работы или возможность внеочередного отпуска. На все ваши просьбы наверняка ответят согласием. Благодаря сильной интуиции раки смогут обойти препятствия, возникающие на пути к цели. К тому же вы сумеете заглянуть в будущее, если начнете прислушиваться к подсказкам Вселенной. В этот период львы смогут лучше узнать тех, с кем работают. Не исключено, что вы примете решение минимизировать общение с кем-то или вовсе его прекратить. Слушайте сердце и интуицию. И еще, движение жизни напоминают звезды львам на этой неделе. Не стоит сидеть на месте как в прямом, так и в переносном смысле. Расширяйте горизонты, развивайтесь и пробуйте новое. Звезды советуют девам проводить больше времени в кругу дорогих сердцу людей. Именно они – источник вашей энергии. Если у вас есть вопросы или вызывает затруднение принятие какого-то решения, возьмите подсказку «Помощь друга» и не прогадайте. Весам звезды советуют, середина марта – не время расслабляться. Чем бы вы ни занимались, постарайтесь выкладываться на 100%. Закончив дело, гуляйте смело. В выходные порадуйте себя встречами с друзьями и небольшим путешествием с увлекательной экскурсионной программой. На этой неделе скорпионам захочется праздника и веселья, так почему бы не устроить? Накройте стол, соберите друзей, устройте вечер настольных игр или песен в караоке. И, как ни странно, чем ярче вы будете проводить свободное время, тем более впечатляющих успехов добьетесь в работе. С 14 по 19 марта стрельцам желательно надолго из дома не уезжать. На этой неделе родные стены – ваше главное место силы. Астрологи рекомендуют займитесь созданием уюта. Сделайте небольшую перестановку, проведите генеральную уборку или приобретите комнатные растения, и вы мгновенно почувствуете невероятный прилив сил. Эта неделя настроит козерогов на романтический лад. Это период мимолетных романов. К серьезным отношениям в середине марта вы точно не готовы. А на работе представители земной стихии станут настойчивыми и упорными, так что переубедить их в чем-то окажется непосильной задачей. 17 или 18 марта водолеи могут случайно встретить человека, с которым очень давно не виделись. Если это произойдет, то Вселенная открыто намекает, что вам нужно возобновить общение. На этой неделе темп жизни рыб станет быстрее. Вероятно, появление новых людей и новых идей. И наступление желанных перемен становится все более реальным.
Вот такую интересную неделю обещают нам астрологи. Встречайте весну вместе с программой «12 созвездий». С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!